ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, какая гонка к нам приехала на некоторое время, каких лошадей продают на скидки на ярмарке, ну а также какие волшебные лошади к нам приехали на весь следующий месяц, ну и что же ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и... поехали! Лошадиная ярмарка подходит к концу. Осталась последняя неделя, когда вы можете купить лошадок по скидке. И на этой неделе к нам приехали новые кони. В данный момент на ярмарке до обновления в среду следующей недели вы можете купить американского пейнтхорса третьего поколения за 510 старкоинсов и хафлингеров, которые стоят 540 старкоинсов. Это единственные две породы, которые сейчас продаются, они будут до следующего обновления в среду, так что если хотели приобрести себе данные породы, то не откладывайте надолго, времени осталось очень мало. И в обновление в среду 7 июня вся ярмарка уедет. Так что если вам что-то тут нужно было сделать, то не откладывайте, прибегайте, покупайте и делайте все свои делишки. Волшебные лошади месяца. К нам вернулись фризы, драконы, Варамаур и Алдрак. Зеленого и красного цвета. Лошадки стоят, как всегда, здесь, около Морланда. Стоят они 950 старкоинсов. Анимация точно такая же, как и у обычных фризов. И также в комплект к ним приехали их питомцы. Волшебные скатики, которые стоят 400 старкоинсов. Если имеете средства, можете приобрести себе в коллекцию. Анимация у них одинаковая, отличается только стилистика. Данная моделька также присутствует на скатиках, которые продаются с морскими ахлактикинцами магическими, которые приедут к нам в июне. Так что если данная расцветка скатов вам не понравилась, подождите июня, там приедут более морские. Также к нам вернулись гонка от лошади Юрика с Гильермо Гадеа. В этот раз в гонке могут поучаствовать лошади второго и третьего поколения. Это американский Квотерхос, Пинтебиан и Морган, а там же Томхов. Где же находится гонка? На ранчо Старшайна. Какая будет награда? 500 очков опыта лошади. Данное испытание будет действительно до 28 июня, и в обновление в среду данного числа данная гонка покинет Юрвик. Так что, если желаете прокачать свою лошадку таким большим количеством ежедневного опыта, 500 опыта, ребята, это много. Даже сейчас с учетом разных плюшек и усовершенствований в прокачке. Так что не теряемся, седлаемся, одеваемся в стиле вестерн и приезжаем на, напоминаю, американском Квотерхорсе, Пентабиане и Моргане, а там же там Хуфи, это магик модельки Квотера 2-3 поколения, сюда на ранчо Старшайна. А на следующей неделе мы ждем возвращения самого радужного фестиваля за весь год на Юрвике. Это радужный фестиваль вместе с девушкой на воздушном шаре, которая отвезет нас прямиком на облака. Так что ждем следующей недели. Обещается очень много классной амуниции, магических лошадей, может быть даже и питомцев и много-много чего еще. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео.